Это так непривычно, когда столько людей на репетиции, ну мне во всяком. Обычно втроем сюда. Понятное дело, я хотел известности, я шел к известности, но, ну, как-то я думал, что это все постепенно, что не так, что раз и все. И эта песня в итоге стала, ну, именно тем болидом, который отправил мое творчество, скажем так, в космос. Здравствуйте. Здорово. На Яндекс.Музыке присутствует. Но. Океан Эльзы тот же самый, да, присутствует. И все, ихний Роскомнадзор вроде как и не трогал. Вот Бобли видопляс, вот это сумасшедший. А тут пришел Обсент с песней про котика. Про котика. Так я же говорю, видимо, мы нащупали просто слабое место, да, получается. Стараюсь это делать доходчиво до людей. Я не какой-то там великий певец, вокалист, я не какой-то там великий гитарист. На клавишах я вообще очень плохо играю, но этого достаточно для того, чтобы писать песни. Я, короче, середнячок во всем. Но, как выяснилось, быть середнячком во всем лучше, чем быть выдающимся в чем-то одном. Ну, для популярности, во всяком случае. С того момента, как стрельнуло «Можно я с тобой», я практически ничего не написал. Я просто реально полностью сосредоточен на какой-то фигне. Просто, ну, мы как-то стараемся помогать друг другу, вот, потому что мы все в такой ситуации, нас всех, блядь, выдавили из страны, и мы сейчас пытаемся друг друга тянуть. Давай, слышишь, а давай покажем, вот вы сняли вообще без бюджета клип. Я человек вообще законопослушный, я никаких законов не нарушал вообще. Это вон жена у меня преступник. Носочек тяни. Что ты как топор выставил эту ногу? Он как-то в один момент сказал, типа, я буду заниматься музыкой. Я такая подумала, какой музыкой, если у нас в квартире нет ни одного музыкального инструмента. А потом подумала, блин, круто, и подумала, смело, блин, вот это да. Маша в моей жизни это то, что, в принципе, ну, задвигало мою жизнь в нужном направлении. Я написала «Шизик неловленный», ну, то есть какой-то больной, сумасшедший человек. Где-то через месяц пришел участковый, забрали телефон на экспертизу. Следователь сказал, что заведено уголовное дело. Дальше сказал, что мы должны вас задержать на 72 часа для предъявления обвинений. Мы вышли из следственного комитета, и вот стояла машина, да, меня одели наручники и посадили в машину. Слушай, сказать, что я охуел, ничего не сказать. Для меня это вот как раз таки было одним из потрясений, что просто забирают твоего любимого человека, а ты на самом деле ни помочь никак не можешь, ни объяснить вообще ничего не можешь. Я сейчас на данный момент просто помогаю Сене как организатор, как менеджер в каких-то таких моментах. Вся наша команда, она вся практически из Беларуси. То есть это ребята, все, к сожалению, которым пришлось переехать по политическим причинам. Ну, в разной степени. Кого-то уже задерживали, кто-то успел до этого. Я, в принципе, очень впечатлен, на самом деле, уровнем жизни Польши, ну и вообще отношением к людям в Польше. Наши гигантские брундуки, Чип и Дейл.
У нас было не очень много денег, и мы выбирали город, который не сильно дорогой по жизни. Мы слышали, что в Белостоке как-то и белорусов много, и вообще. Приехали в Белосток, было такое ощущение, что мы, ну, в Беларусь приехали, в какой-нибудь там, не знаю, Гродно или Брест. У нас достаточно дорого, мы $750 платим примерно. Это уже с коммуналкой, да? Вот сейчас настоящие разговоры пойдут. Я прям как Хованский, я чувствую себя как Хованский, тоже пью. И я буду, как он, наверное, потухать к концу вечера. То есть поначалу такой, эй, мысль идет такая прям рекой плещет. А в конце, где мое пиво? Так и пишу на его новой тачке ключом. Больше никто было родное, я больше отстой, отстой, дай помой. Концерт точно не разрешат, однозначно. Потому что в Беларуси, как в Советском Союзе, нужны концертные удостоверения. Думал, ты добрая, но нет, ты своя. Я, например, полный противник того, чтобы из артиста делали пропагандистский инструмент. Даже не манекен рекламный, да, чтобы носить Гуччи. Зачем мне одевать Гуччи? Ну, если мне Гуччи заплатит, я одену Гуччи. Зай, капец, ты просто зай, пацанам бросаешь. Зай, Казань, зай. В белорусском шоу-бизнесе, которого не существует. Весь белорусский шоу-бизнес рано или поздно оказывается в России, в большинстве случаев. Другой оказывается где-нибудь в Украине или в Польше. Чтобы артисту из Беларуси стать популярным, ну, то есть набрать популярность, ему надо бы сначала где-то стать популярным, и потом белорусы его примут. Для политических заключенных этих, там, можно сказать, нечеловеческие условия. Без всего, без матрасов, без постельного белья, без подушки, без всего. Но они оказывали психологическое давление, будили, стучали в дверь, типа нужно было подойти, сказать свою фамилию и типа по какой ты статье тут находишься. Вот, это было так в 2 часа ночи и в 4. 3 раза в день был обыск. Все вот эти вот раздевания, все вот это вот общупывание одежды. А мужчин, парней, которые там сидят, ну, тоже вот по политическим статьям, их выводят на коридор, раздевают их наголо, и они вот так там среди стоит скамейка, и они вот так вот вокруг этой скамейки бегают голые. И они вот так вот все смотрят, и там все на камерах, чтобы все передавалось туда, в Минск, и там вот они смотрят, любуются на вот это все. Робот какой-то зашла, вот это вот зачитала, все, заседание кончено. Не лишение свободы, а ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение. Что приговор вступает в силу через 10 дней. За эти 10 дней подготовили, то есть, все документы, поменяли паспорта, ну, то есть, обновили доверенности, там, к нотариусу съездили. В общем, все вот это вот документально подготовили. Выехали в Москву и на самолете вылетели в Турцию. Мне пришлось покинуть свою страну, оставив там большинство вещей, оборудование, кота. Можно я с тобой? То есть он как бы типа хотел со мной уехать, поэтому можно я с тобой? И типа кот просился, можно я с тобой? Это ты. Время на верном пути были, когда я писал эту песню. То есть я выхожу, и здесь меня узнают, кто-то улыбается, кто-то фоткается. Это я в Польше. А если бы жил дальше в Беларуси где-нибудь, в Могилеве, так это вообще, наверное, национальным героем был бы могилевским. Ну смотри, ты вот хочешь мне что-то такое злое объяснить? Вот как этот день меня вот с таким выражением сможешь? Да, но с чупа-чупсом. Вот. О-о-о! Класс! Ты меня. Да. Я тебя. Хорошо.
То есть, если меня бесит, то я просто в ярость. Если какая-то большая радость, у меня прямо эйфория. И мне это сложно долго вот быть в этом состоянии. Поэтому мне надо его испортить похмельем каким-нибудь. Слышишь, пушистый, а ты заказываешь пиццу? Вот это ж наши кухонные разговоры, это ж классика постсоветского пространства, разговор на кухне. Честно, Ренат, я уже давать интервью, я каждый день даю интервью, каждый день. Все как будто вокруг Лукашенко это самое вертится. Все, мы уехали, все, нас это не... Этот гражданин, иной политик. Иной политик, да. Для нас тоже, его, как я для себя решил, что это как Волан-де-Морт. Чтобы вот не бояться, что мне затримаюсь, там, те родных, до яких я приеду, затримаюсь. Нам вот написать бывает страшно, чтобы просто до их не пришли. Я думаю, что зараз в России то же самое. Я не боюсь, песня стрельнула у белорусов, и... песня веселого белоруса. Ну, белорусы не русские, вот и все. Мы реально другие. Наши группы Ляпис, позитивчик. Этот самый какой-нибудь Тима белорусский, позитивчик. Макс Корж. Позитивчик, всегда позитивчик. Российская музыка, это постоянно там я убью соседей, там я депрессую. Ну, мне кажется, это просто механизм защиты, на самом деле, от таких вот зверских, быть, да, особенно каких-то событий. Пиздец. И где мы вообще? Что это за район? Это Повисли. Мне кажется, в ближайшие лет 15 вообще вряд ли что-то поменяется. Я думаю, в ближайшие, я не знаю, даже 30 лет ничего не изменится. Ну, мы там все ходим вот, вот так. Все скукожены, все боимся, все... Ну, там нет людей, которые вот ходят и чувствуют себя полностью свободно. Даже которые вот поддерживают. Так, зараз страшно, потому что репрессивная машина капец, как працую. Але, коли будет окно максимостью, этот опыт будет выкористовываться. Потому что диктатура не вечна. Чем больше закручивай гаек, тем больше она на самом деле разваливается. Какое-то время, вот это было, наверное, лет 16 мне уже, там еще пацану 17, и мы для себя открыли такой, типа, бизнес. Только платы были не деньги, платы был алкоголь. Короче, мы ходили вот так вот кругом по стадиону, там был большой стадион, и везде на всяких там, на колесах вкопанных сидели какие-то мужики, бухали, и постоянно подходили, давай, сыграй там что-нибудь. Мы играли, нам наливали периодически. Да, наверное, мы и были этими гопниками. Там даже будут такие слова. Сеня выйдет не, Сеня не в стране. Витя выйдет нет, спился не абонент. Я так перечислил вот наших общих друзей, кто к чему пришел. Один спился, один уехал, один умер. Короче, и вот такой вот момент. Сеня выйдет не, Сеня не в стране, Витя.